Мы продолжаем показывать серию репортажей, посвященных теме оказания высококачественной помощи пациентам больным раком. Современная тверская коммерческая медицина расширяет свои границы и приглашает для сотрудничества лучшие кадры, в том числе и из Москвы. Теперь в лечебно-диагностическом центре «Вера» принимает заведующий онкологическим отделением клиники Центрального банка России Игорь Данилов. В интервью нашему каналу онколог рассказал, что химиотерапия – быстро развивающееся направление, которое дает широкие возможности в лечении различных видов рака. Более того, на службе у специалиста всегда новейшие технологии и оборудование. Тем продолжит наш корреспондент. В работе с пациентами Игорь Данилов применяет комплексный подход. Химиотерапевт подбирает грамотную схему лечения препаратами и всегда использует современные медицинские технологии. Все это позволяет более точно поставить диагноз и затем наблюдать за пациентом. Например, в лечебно-диагностическом центре «Вера» можно проводить рентгенологические исследования. В нашей клинике мы располагаем современным оборудованием, которое способно дополнить наши руки, дополнить нашу голову, чтобы раскрыть более глубоко тайны человеческого тела, в частности, вот рентгеновский аппарат, он нам позволяет заглянуть вглубь, то есть провести диагностику. Особенностью его является, что более низкая лучевая нагрузка идет, и таким образом мы снижаем суммарную лучевую нагрузку, которую человек может получить за год. То есть исследования можно проводить более часто, да, и получать от этого информацию. А более точные результаты исследований дают широкие возможности для улучшения качества и продления жизни пациента. Особенно важно, чтобы медицинскую помощь такому больному оказывали в одном месте, чтобы сохранить его силы и настрой. Поэтому в лечебно-диагностическом центре «Вера» есть дневной стационар с палатами, позволяющий проведение комплексного курсового лечения, включающего курс инфузионной инъекционной терапии. Этот аппарат называется инфузоматом. Он помогает в нашей химиотерапевтической практике для осуществления длительных инфузий. Поэтому, когда мы должны их использовать, мы можем применить вот этот аппарат, чтобы не высчитывать там капли, чтобы не высчитывать время. То есть мы выставляем объем, мы выставляем время, и аппарат сам считает. После такой процедуры можно идти домой. Таким образом поступают 90% больных. Врачи поощряют, когда вместе с пациентами приходят и близкие люди. Это снижает уровень тревожности и напряжения во время лечения. Более того, Игорь Данилов остается на связи со своими пациентами и готов ответить на вопросы, пусть даже самые сложные. Записаться на прием к этому специалисту можно через регистратуру по номеру телефона 415 500.